Детский клуб развития и кружок «Волшебная страна», в котором дети занимаются художественным искусством, порадовал читателей Развилковской библиотеки своими красочными рисунками на свободную тему. Выставка детских рисунков у нас проходит ежегодно. Это бывает весеннее время или летнее время. Это выставка детского клуба развития. Это наши партнеры, наши друзья. В детском клубе развития работают очень одаренные педагоги, и именно педагоги, которые очень заинтересованы в своем деле. Выставка получилась небольшая, но очень разнообразная. Детей не ограничили общей темой, поэтому на рисунках можно было увидеть, например, двух котов, смотрящих на Луну, плавающих лебедей или ежика, несущего яблоко, красивые пейзажи, натюрморты и даже портреты. Дети развиваются, они должны развиваться, они должны учиться, играя, они должны получать удовольствие от того, что они делают. Вот. И когда ребенок рисует рисунок, вешает дома на стенку, радуются родители, радуются близкие. Когда этот рисунок убирается в стол, его никто не видит, мне кажется, это не приносит большого удовольствия. А когда рисунок выставляется в библиотеке, когда это транслируется по кабельному телевидению, когда об этом говорят, когда проходит презентация, выставки, конечно, каждый ребенок горд своей работой, и это приносит огромное удовольствие и радость. За проделанную работу всех юных художников наградили грамотами и благодарственными письмами.